Вчера на Театральной площади прошла масштабная ярмарка профессий «Город мастеров». Несмотря на дождливую погоду, мероприятие посетило больше сотни школьников, студентов и желающих трудоустроиться. Вступительное слово произнес зам городского головы Сергей Захаров, а также директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалка. Сегодня в Мариуполе потребность в рабочих инженерах более чем 1700 рабочих мест. Сегодня я уверен и знаю, что вы обретете новые направления, новые профессии, знаете много нового в нашем бурном, быстро изменяющемся технологичном мире. Всего на ярмарке было размещено 9 локаций. Каждый желающий мог попробовать себя в понравившейся ему профессии и поучаствовать в мастер-классах. Больше всего студентов привлекли сферы медицины, фармацевтики, IT и правопорядка. Патрульная полиция – это то подразделение полиции, у которой, наверное, одна из самых тяжелых, но одна из самых интересных работ. Это очень интересная профессия. Мы постоянно работаем со школьниками и рассказываем все возможности и все перспективы работы патрульной полиции. И сейчас практически в равной степени приходят как парни, так и девушки. И девушки даже иногда более, скажем так, с большей энергией отдаются этой работе. Также на мероприятии были представлены учебные заведения Мариуполя разных уровней аккредитации. Мы дуже рады вітати наших майбутніх абітурієнтів. Для них ми підготували дуже багато цікавих речей. Будь ласка, зверніть увагу, у нас практичні навички. Це те, що виконує медична сестра кожен день на своїй роботі. Ми запрошуємо всіх наших абітурієнтів поступати до нашого Маріупольського медичного коледжу. Ми раді вітати вас. В нашому коледжі не тільки навчаються, у нас ще є дуже активне студентське життя. Медицина, педіатрія та стоматологія. Донецький національний медичний університет знаходиться в Маріуполі, в місті Краматорську та Лимані. І ми запрошуємо всіх бажаючих. Інформацію ви можете знайти у нас на сайті. Стоит отметить, что организатором ярмарки профессий выступил Мариупольский городской центр занятости.